Блин. Это DJ Vigilant, и я решил поиграть в игру под названием Need for Speed The Run. Ну все, конечно, уже играли. Сбегите от мафии. Чё-то я зафейлил в самом начале. Еще управление такое интересное. Управляешь на клавиатуре справа стрелками, а газ вообще на А слева. Ну ладно. А тут нитро есть? Так, как нитро? Блин. Пока я искал кнопку нитро. Я 1000 лет в гонки не играл. Не может. Так, где нитро? Это тормоз. Блин. А, во, нашел. Ну что, погнали. Что, сгорели? Это был не я. Ай, чё сколько фейлов? Кошмар. Да блин, поел. Ладно, побережем нитро для этого случая. Надо собраться. Где? Сразу так, да? Че? Сэм Харпер. Какая ж Джеки, чё там? Я даже прочитать не успел. Говорят, ты совершил ошибку, Джек. Не ошибается тот, кто ничего не делает, ты же знаешь. У нас в районе так и есть. Знаешь, я могу тебе помочь. И что делать? То, в чем ты лучший. Что делаешь лучше всех. Да или нет? Ты все знала еще до того, как я вошел.
гонка от Сан-Франциско до Нью-Йорка. На старте только лучше. Победишь, я решу твою проблему. Плюс 10% от приза. Стой. 10%? На кону 25 миллионов. Считай. Ты вперед. 25 миллионов? Поможет быть на связи. Теперь тебе нужна машина. Машина? Без проблем. No problem. Need for speed. They run. Эмбаркадеро. Это бардеро. Хантера Ванда. Сан-Франциско. 4 часа спустя. Прокачанное написано. Так, уровень 4, задний привод. No. Так. А почему тут... А, вот, привод задний. Да не люблю я боль на заднем приводе гонять. Его как... Они все задний привод, да? Спасибо. О, Порше, кабаже. На Порше, что ли, поехать? Цена 96 миллионов. 62. Блин. Не знаю, на чем прокатиться-то. Nissan тоже ничего такого. Ладно, на своем любимом. Гонка начинается. Тут уже загрузка долго. Вот здесь могли бы что-нибудь и написать, я бы почитал. А то там понаписали, а загрузка... Какой я тачка! Ты готов? На все 100. Отсюда до Нью-Йорка больше 200 соперников и почти 5000 километров. Звучит неплохо. Быстрее, нужно успеть к Нокхилл, а то пропустишь старт. Доберитесь до Нокхилл. Эхо-2-1, в районе Нокхилл скопление экзотических машин. О, полиция, да куда ты прешь? Нет, сколько именно машин? Полсотни, один. Не меньше, и новые подъезжают. Даю распоряжение, ждите. Ой, внесло-то. Это явно стритрейсеры решили погонять. Посылайте подмогу скорее. Принято, к вам направлено несколько машин. Ой, здрасте. Так. Еще 2,3 километра. Обстановка накаляется. Где подкрепление? Принято, едем к вам.
Нам обязательно, надо добраться за это время. Интересно, вау, успеет, вау, или нет? Альфа-2-2 прибыл, нужны еще машины, мы проигрываем часы, 20 к 1. Что у них там происходит? У меня тут все спокойно. Нет, не спокойно. Что такое? Я прям оргазмирую от этой истории. Давно в гонки не играл. Лет 550. А, это точно кнопка, не ручник. Он просто задний ручник. А, вот ручник. Понял вас, определяю зону перекрытия, прием. Да, УЗИ, ты здоров. Так, вижу цели, Альфа-2-1, поддержку подтверждаете? Кнопка не закрылась. Никак нет, преследует зонда оранжевого цвета. Ай, не попал, ну, ай, не красавчик. Шесть и семь километров. Всем патрулям направиться к ближайшему перекрестку. Перекрыть движение, повторяю. Да не надо перекрывать. Людям мешаете кататься, э? Где тут сокращать? Так, кого-то поймали. Повязали карты. Направляйся к мосту. Хорошо. Вот когда скажут про Порш, это я. Ой, прости. Так, а вот это то, что мигает, это значит за мной. И почему всем не нравится эта часть? Вау. Блин, я так еду, мне так хорошо, уйди. А, слабо. Мне тачка. Как на передок посмотреть? Не знаю. Я пока кнопку ищу, сейчас врежу. В клавиатуре. Ой-ой, у него тачка. Я его обогнал. Будет через минуту прием. Ой. Да, устает, как на педали жаль. Внимание, оранжевая Carrera S не подчиняется приказам. Оставайтесь на позиции! Газу! Ой, куда я полетел-то? А, все правильно. Место The Run 205. Цель Лас-Вегас. Два повтора использованного. Они автоматические. Это не я. Где? Джек, в Вегасе ты должен войти в первые 150. Что? Повтори. Лас-Вегас, 150 лучших или крышка? Я понял. Подпирай, у нас тут... Все тесно? Да, ребята. В некоторых этапах игры потребуется обходить других гонщиков, чтобы продвигаться вперед. Короче, ясно. Выиграйте 10 позиций. Я так не выиграю, если они так гнать будут, а? Стал бить. Я хочу выиграть, а ты нет. Н-
Нравится мне, как тут тачки гонять. Ну, управление удобное для меня. Поэтому играть прикольно. Гонять. Эх, YouTube меня убьет за такую музыку. Я ее не отключил специально, потому что скучно будет без музыки. Да, уютно. Ну, наплевать. Да куда? Не знаю, в свое удовольствие. Удовольствие гоняю. Захотелось погонять. Едем, нет? Что проблема? Ой, не надо. Да ты задрал. Вот хочет меня все время обогнать. Так, здесь хоть пошире. Здрасте. Так, здесь, наверное, где-то... Опасно. Фига, этот булыжник наяривает. Вы что, офигели? Сто девяносто пятый. Это не пропускается, да? Как-то пять повторов. У меня же не было повторов. Так. Так, следующая точка. Магистраль 580. Altamont Pass SA. Что за отчет? А, про контрольные точки. В этой игре не всегда предстоит сражаться с другими кончиками, а иногда приходится наверстывать упущенное время. Так, ну это... Понятно. Успейте вовремя, иначе вы... Ау. Тороплюсь. Вау, самолет сверху летит, я четко на него не могу смотреть, потому что я за дорогой наблюдаю. У меня удовольствие вдвойне гонять, потому что я езжу на Porsche. Смотрелся. Даже местными красотами некогда любоваться. Вот, например, там ветровые станции, электростанции ветровые стоят. Никуда на них смотреть. Небо офигенно. О, кстати. Минуту в запасе.
еще две контрольные точки. Она прям напрямую. Я вовремя в этом году. Спива. Прикольно кататься тут. Почти по прямой. Ради. Завершено. Место в Деван. 195. Уровень 3. Спасибо. Все хотят причиндалами мерить, у кого длиннее так. Вау. Вау. Оу. Национальный парк. Но нам надо прийти не больше 150-го числа, а мы-то 195-е. Обидно. Бегите 8 позиций. Подожди. Вот так хорошо. Ага, спасибо. Опасны тут склоны. Эй, вы что творите? Придурки. Ух ты, птицы так летят ровно. Да, на пикничок поехал, что ли? Классный, блин, дорога даже. Блин, растерялся немножко, тут такая неровность. Ай-я. Вообще тут люди не ходили никогда. Опасно. Может, зря здесь поехал? Мой.
Уже четвертый? У меня одни вопросы только. Так, вот она, основная линия. Вся компания, да? Нам нужно выиграть время. Понял. Понял тебя, лапа. Подожди. Ага. Потерял управление. Воу-воу! Было опасно. Что-то задел. Секунд, вы что сбиваете? Где? Выкинул вообще. Летаешь и там резкий поворот, блин. Путаюсь кнопку иногда. Все, да? Быстро что-то. Что-то быстро. Следующая точка — Эль Капитан. Так, выиграйте 6 позиций. Сдаваться даже самые последние не хотят. Ладно. Что такое? Заправки. Так, займем карту, известно, чтобы менять машины. Подожди, я так... Своими подсказками сбивают меня. Еще Баварии не было. Да, ага. Где это ваша? Интересно.
Интересно, он так заезжает и резко выезжает на другую машину. Так, а есть Porsche вообще? Dodge, Ford, Lamborghini. Походу, у них как-то одинаковые так характеристики у всех почти. В самой гонке. Несмотря на все эти... О! Побольше, да? В принципе, у меня нормальная машина вообще. Да. А какой привод-то? Пока мне устраивает вообще-то. Я просто заехал посмотреть. Угу, пока я заезжал, блин, меня... они вообще уехали. Спасибо. Чистейший просто, я бы сказал. Такие повороты ходить. Че, уже финиш? Да ладно. Я проиграл. Смотрел там, где какой вообще ехал. Следующая точка. Трасса Тайога Пас. Тайога, может. Вообще не важно. Прям вот как вызов сейчас выиграть из 6 позиций. А я думал, он единственный такой. Вот чую за это YouTube точно. А грязный обгон тоже неплохо. Ой, что меня занесло вообще. Ребята,
понравилось то качество. Блин, сократили. Здрасте. Прокатись, идут. Ой. Хотел его скинуть. А сам полетел. Тоже скратим тогда. Так, тогда я не буду тут еще такого махинаторского Озеро Элли. Эллири, блин, какие Элли? Опять он. Опять этот чувак. Мы его обогнали. Смотри, он любит жесткач. Шо ж ты так вот со мной видно? В режиме битва вам придется лететь быстрее самого времени. Ну ты загнал. Да еще такие уклоны, ой, блин. Рекомендуемые настройки были нерекомендуемые, потому что я поставил все на максимум и ничего не тормозил сам. Да езжай ты. Ой, все, капец. Не капец. Я даже там и не видел, куда ехать. Я даже контрольной точки не видел. Этот особенно опасен, Джек. Смотри, баба. О, заговорила. Так, да как же мне тут тогда повернуть? Чего? Это сразу. Еще не дают. Блин, дурацкие повороты. Давай, давай, давай. 9 секунд. Я тебе как успею. А, мне его обязательно обогнать надо. Я думал, до контрольной точки как бы. Офигеть. А того вообще не видать, ничего делать. Прям сзади ведь трется.
Ну, засыпай. Не смей. Афганы. Фу, успел. Дороги здесь. А. Ага, сократить надо. Жайки. Ну, завершено, так завершено. Так, наверное, хватит. Пока серию заканчивает уже. О, сколько записывает. Ладно, что ж. Это был DJ Vigilant. Надеюсь, мои погонялки понравились. Увидимся, может, увидимся в следующей серии гонок. Может быть.